Лечение с комфортом. Новый современный ФАП открылся в одном из старейших сел края – Овечкино Завьяловского района. В красивое здание с просторными кабинетами и новым медицинским оборудованием сразу потянулись первые пациенты. На старый ФАП многие жаловались. Медпункт находился на втором этаже местной библиотеки, и пожилым людям, особенно тяжело больным, приходилось прилагать немало усилий, чтобы добраться до врача по крутой лестнице. В новом же ФАПе есть все условия для приема пациентов. Особенно радует автономная система отопления. Также в медпункте впервые появился свой аппарат ЭКГ и техника для физиотерапии. Очень красивое здание, современное, светлое, оборудованное. Очень приятно, тепло. Посмотрим, как будет зимой. Надеемся, что будет очень тепло. Люди очень довольны, счастливы. Мы очень рады, правда. Раз в месяц сюда будут приезжать врачи узких специальностей из районной больницы и принимать пациентов. Отмечу, всего в этом году в крае построили 7 новых фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах. Средства выделили из краевого бюджета. Еще 7 ФАПов появятся в следующем году. В селе Думчево Залесовского района, Нижней Гусихе Усть-Пристанского, в селе Шульгин-Лог Советского района и многих других.